Раз, два, три. Раз, два, три. Приветствую всех в нашей рубрике «Прямые включения». Давненько не было ничего из Евки. И я вот решил сегодня попереключать мои планетки и, собственно, немного об этом поговорить. Поэтому обычно я это делаю минут 15. Я думаю, разговором будет чуть длиннее, и мы заодно побеседуем. То есть прошлый вывоз я не записывал. Я особо не играю, кроме этого дела. То есть вот вы можете посмотреть, как я наторговал. Там ничего не закрывает. Ничего не закрывает. Как я поторговал вывезенными ресурсами. Вот я купил себе уже плекс. Я потихонечку накупаю плексы, потом куплю себе годовую подписку. Может быть, что-то еще куплю. Вот сейчас у меня второй персонаж обучается на всякое. Минуточку. Второй персонаж у меня обучается на всякое. Вот заодно я ему еще и бустеры кушаю, пока они живые. Эвентовые. Второй персонаж обучается копать газ, сканить... И, собственно, все. Я думаю, что, возможно, я как-нибудь отправлю в свою основу жить куда-нибудь в ИХ, потому что он у меня могет водить разные крутые кораблики, и в импе, в принципе, реализовать это невозможно. Поэтому, возможно, я забурюсь куда-нибудь далеко. Ну, а, собственно, потому что я не всегда люблю ходить на прайм-тайм и все остальное, иногда мне хочется повалять дурака. Обычно я валяю дурака лазением по ВХ и копанием там газа. Поэтому я, собственно, обучу себе твина под это дело, и он сможет этим заниматься. Пока основной чар будет где-то там. Ну, пока мы это еще не рассматриваем. Итак, чтобы вот получать вот такие вот денежки раз в две недели, как вот вы видите, вот эти вот. Помимо вывозов, которые я уже записывал, нужно раз в два дня, потому что планеты там жирные. Можно, конечно, раз в день, тогда будет больше денег. Чаще все это дело вам придется делать. Вот. Но я делаю раз в два дня, чтобы минимально тратить на это время. Вот, собственно, оно уже откатилось. Просит моего внимания. Управлять планетаркой вы можете из любого места. То есть я нахожусь... Вот на одной из станций, на которых я живу, а все вот это дело у меня находится в ВХ. То есть без проблем, как бы, только что нельзя выгрузить в офис на орбиту. То есть вот мы заходим и начинаем потихоньку представлять. У меня 4 планеты. 6 планет. 4 планеты это... Как они называются? Барен. Бурон, Барон. Бесплодная, кажется, переводится. Вот. И две океанических. На бесплодных я копаю прессиус нубл металлы и делаю из них прессиус металлы. На океанической я копаю планктон и делаю из него биомассу. Собственно, сейчас я вам покажу, как все это делается. Раз в два дня я захожу и начинаю представлять экстракторы. То есть я здесь уже примерно прикинул, сколько я должен получать. И в принципе, если я с одного места получаю в районе 36-37 тысяч в час в среднем, это меня в принципе устраивает. То есть когда количество падает, то я переставляю экстрактор. То есть иногда это занимает меньше времени, то есть я просто... Я просто протыкал и протыкал, иногда нужно немножечко переместить. Поскольку у меня на этой планете ее копает сразу 3 персонажа, очень полезно, во-первых, поставить вот эти штуки там, где вы знаете, потому что они, ой, их очень плохо видно. Вот, то есть вот смотрите. Вот на глаз, особенно когда она в какой-нибудь впадинке стоит, вот этот вот экстрактор дополнительный, который... моего второго персонажа, его увидеть вообще очень тяжело. То есть вот здесь у меня еще один есть на попке этой планеты. Вот он.
То есть все это очень тяжело увидеть. То есть вот мы видим, что он сюда, и я надеюсь, что CCP когда-нибудь до этого дойдут, ну, дойдут в смысле до планетарки и сделают их более видимыми, и там, я не знаю, чтобы можно было нажать кнопку, увидеть все, и чтобы, ну, я не ставил одну копалку в одно место. Ну, вот это здесь хорошее местечко. Я думаю, мы сюда поставим трактор. Вот так вот мы его поставим. Прицепливаем его. Я извиняюсь, у меня чуть немножко нос заложен, поэтому я, возможно, буду немножко гундеть, но у меня голос свой, то есть никаких я тут дополнительных суперфильтров не накладываю. Накладываю только морду моего некроманта. Все остальное мое собственное. Так что я могу посапывать, я извиняюсь. Так, вот мы... Так вот. Ну вот у нас получается 41. Ну я сейчас нажму добычу, и возможно оно уменьшится. Вот стало 39. Там как повезет. Я тоже считаю, что довольно бестолковая реализация, потому что лучше было бы сделать какой-то бонус от этого скилла, чем вот... улучшение качества сканирования, потому что на этом персонаже оно вроде хорошо прокачано, но я все равно часто ставлю, у меня одни показатели, а там бывают прямо сильно другие. Я думаю, что это надо было, как-нибудь отыграть, как будет какой-нибудь опрос от CCP, я им напишу. Вот, собственно, включаю, вот у нас пошла добыча на двое суток. Переходим к следующей планетке. Это у меня планетка самая плохая в плане ресурса. То есть здесь его меньше всего. К сожалению, у меня что-то мышка куда-то подпрыгивает. Поэтому здесь, в принципе... Хорошо бы, если хотя бы 36 есть. Вот у меня здесь есть 37. 38, значит, нажму добычу, и оно, наверное, 30... 900. Ну, 35-900 тоже неплохо. То есть, желательно, конечно, 36-37, но... Это планетка исключения. Здесь можно, конечно, найти хорошие места. Но не будем ее сильно раскапывать. Здесь у меня вот так вот стоит. Можно, конечно, сюда передвинуть. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет реально. Реально 37. Здесь неплохое место. Давайте попробуем их раскинуть немножко сильнее. Мне кажется, что они и так неплохо были. О, 40. Вот, 38. То есть я не буду эти дела занимать. Вот здесь 38. Управляем. Хорошо, все копается. Переходим дальше. То есть иногда надо просто проклацать. То есть иногда это чуть больше времени занимает, иногда чуть меньше. Ну вот здесь вот все хорошо, то есть она копает, и здесь хорошее место. То есть 37, отлично, оставляем. Вот у меня здесь заводики, то есть это страховочный завод, ну вернее это страховочный, хранилище страховочное. Это два ланчпада, на них разделяется. Раньше у меня был один ланчпад на один больше заводик, но... Я решил, что я не хочу это дело 4 раза в неделю вывозить, поэтому здесь хватает вот этого дней на 14. Плюс еще можно, ну, заводиком, ну, этим внутренним складиком подержать вот это дело. То есть иногда я могу и 20 дней здесь держать и так далее. Но здесь я этот склад использую не часто. Чаще всего я использую наводный склад, потому что вот сейчас мы перейдем к океаническим планетам, и здесь у меня копается под 50 тысяч. А, вот, сейчас. Вот, видите, здесь под 50 тысяч, поэтому здесь склады, как вы видите, забиваются гораздо быстрее, и здесь буквально хватает дней на 9, наверное.
на 9-10, и остальные дни я уже перекладываю в склад отсюда. Потом они опять набираются, и потом, когда я их выкидываю в офис, собираю, я еще раз выкидываю как бы со склада. То есть все отлично. Здесь у нас, здесь на этой планете у меня максимум копается 48, поэтому больше нет смысла просто сделать. На другой планете у меня копается чуть побольше, там у меня копается 54. Главное не поставить в одно и то же место. Вот он здесь занято. То есть мы можем поставиться вот сюда. Вот. В принципе, можно попробовать, поскольку здесь 48 максимум. Ну, я навряд ли здесь что-то смогу сделать на 48. Давайте ее передвинем вот сюда. Вот. Небольшие деньги стоят все эти переставления, но как бы прибыль все перекрывает. Хорошо, что в моей ВХ в офисах практически нету налога, там 1% стоит, плюс эти гильдии, господи, эти корпорации уже расформированы, поэтому, собственно, никто их повышать не будет. Я могу ими спокойно пользоваться, мне не нужно туда завозить свое. Что их, в принципе, могут взорвать. Просто так. Вот у нас получилось почти 48. Давайте нажмем. Салата здесь. Вот это о том, о чем я говорил. Вот эта непонятная фигня, которая... которая тебе показывает, что у тебя почти 48, а на самом деле нет. И как бы разработчики считают, что я должен догадаться, никто не знает. Поэтому я думаю, что этот скилл в Евке должен работать все-таки как-то по-другому. Ладно, давайте оставим 47, тоже нормально. Почти 48. 5. Главное, они же тебе даже потом показывают это дело. То есть ладно бы они бы хотя бы... как-то в конце тебе это дело показывают. Ну, тебе сразу при старте показывают, что ты неправильно поставил. То есть, ну, просто какая-то непонятная дополнительная работа. Вот, я думаю, что этот момент надо бы здесь пересмотреть. Здесь вообще много чего надо пересмотреть. Я, например, добавил кнопку «Перезапустить экстрактор». Почему нету? То есть, например, у меня нет времени, я пришел с работы, но хочу перезапускать эти экстракторы. То есть, я там нажал вот кнопочку здесь тут где-нибудь. Перезапустить все. Ну, то есть оно, естественно, перезапустится на чем-то не очень хорошем, но я просто раз перезапустить все, перезапустить все, перезапустить все, и как бы и занялся своим делом. То есть я бы добавил определенный quality of life. Я, возможно, на следующем опросе от CCP что-нибудь такое скажу, если, конечно, кому-нибудь из них интересно почитать. Вот у меня здесь до низу не достает отсюда экстрактор, но снизу у меня другой персонаж копает. Поэтому нижняя часть этих планет — это его вотчина. Оттуда его доставать... Ну, планета большая. То есть, как бы, ВХ неплохая, но вот одна из планет получилась большая. Поэтому... О планетах, на самом деле, чем она меньше, тем удобнее переставлять экстрактор. То есть, сильнее всего от этого, кажется, эти газовые страдают, потому что газовые бывают настолько огромные, что ты вообще там ничего не переставишь. Тебе всю базу постоянно придется переставлять. Экстрактор-то стоит копейки, а вот именно база, то есть тот же ланчпад и все дела, то есть стоит все-таки миллионы. И каждые два там... 2-3, там 4 дня ее переставлять, это как бы, ну, сильно профит уменьшает. Поэтому желательно подгадывать так, чтобы переставлять приходилось только головку экстрактора. Здесь мы 49 покопаем, ну, здесь сейчас посмотрим, что у нас будет. 49. Здесь я все правильно поставил. Здесь стоит на одну лабораторию больше. Возможно, я, честно говоря, это потом упраздню, сделаю больше вот этот поводок. Хотя он, в принципе, как я его использую, не нужен. Хорошо, что здесь планктон, он такими полосочками собирается. То есть те же Noble Metal, они разбросаны по всей планете и разные концентрации, а здесь удобнее. То есть вот оно здесь на этих полосках, и здесь большая концентрация.
не забываем вернуть путь. И вот так вот у меня один из персонажей готов. Он у меня здесь ночует, это его база. Включаемся, едем на другого. Этот персонаж у меня... У него базы стоят снизу планеты. Все это обычно, я же говорю, занимает 15 минут. Это занимает сейчас больше, просто ну, потому что ролик на 15 минут... Не хочется записывать, хочешь, чтобы минут 30 хотя бы было. Вот. А так, конечно, это побыстрее. Я бы в многих местах просто переставил. Вот, видите, здесь у меня, ну, снизу. Просто я их распределил, чтобы мне было удобнее. Они друг другу меньше мешали. Вот. Здесь у нас 36. Вот эту можно, но мне кажется, что там будет еще меньше. Давайте посмотрим, что там за добыча будет. 4. Ну, давайте попробуем переставить. Все-таки для ролика, то есть. Я не уверен, что она здесь накопает много. Выставляем 2 дня. То есть, естественно, если бы я копал по одному дню, было бы вообще очень хорошо, но... Я больше оптимизирую на... На уменьшение количества времени затраченного. Максимизацию профита мы вот так вот сделаем. Давайте посмотрим, что у нас выйдет. Вот видите, 37 с такого маленького пятачка. Но этот пятачок абсолютно точно весь скопается к следующей перестановке. Но что есть, то есть. Смотрим дальше. Вот этим Precious Metal, Noble Metal и не очень. Потому что они, видите, разбросаны вот такими кляксами. Тут хорошими. Это, кстати, бедная планета, и тут хорошее местечко. Мы то местечко, может, заберем каким-нибудь другим. Здесь сейчас посмотрим, как оно будет. 39 показывает, 35 копает. Вот тут как вот я должен догадаться, куда мне их надо переставить, чтобы он начал копать 37. То есть, ну, странная система. Видишь, 6. Давайте так и оставим. Поставил беззвучное, но... Я вроде ставил беззвучное, но дели. Давайте я это уберу, я извиняюсь. Ну, прямые включения пишутся одним дублем, поэтому, естественно, как бы дело. Я это дело никак убрать на монтаже не могу. Ну, поделинкало. Так, вот у нас здесь. Ну, вот опять, видите, 38. Ну, везде вроде 38. Сейчас посмотрим, переключим. 34. То есть вот. Так, ну вот здесь есть хорошая вообще клякса с нижней стороны. Я в эту кляксу сейчас и заведусь, наверное. Вот, хорошая клякса. Просто, может быть, я и сверху в нее захожу каким-нибудь. Вот мы смотрим, это идет вообще не туда. Это идет вот сюда. То есть это клякс свободно. Мы сейчас в эту кляксу в середине экстракторы бабахнем. Даже ничего разводить не придется.
Вот видите, ну сейчас чуть-чуть разведу, чтобы не было перекрытия. Вот 44. Перекрытие. Даже перекрытие лучше получается. 44 при установке 41. Нас это устраивает. В хайсеке такого вообще добиться невозможно. То есть, вообще нереальные цифры на вот этих вот редких материалах. То есть, вы с ракет даже на, скажем так, распространенных ресурсах не получите. То есть там на нубл металлах или на планктоне вы таких цифр вообще не увидите в хайсеке. И в лоу вы тоже их не увидите. Вот здесь у меня тоже сейчас 40. Сейчас посмотрим, что 41. Посмотрим, что во время копки. 41. Здесь все четко. Вот. Поэтому я могу себе позволить даже не делать какие-то цепочки производств, потому что ВХ-шные планеты очень жирненькие. Так, вот, как я вам показывал, у этого персонажа на одного весь низ, поэтому здесь мы можем поплюхать эти экстракторы прямо в беленькие дырдочки. Вот видите, планктон копаю. Давайте вот в эту... Здесь тоже они у меня все отзеркалены, эти базы, то есть они одинаковые, я примерно разработал, какие они мне нужны. То есть они у меня все, как вы видите, похожи, то есть, чтобы я не заморачивался. То есть копают одно и то же. В идеале бы, конечно, сделать так, чтобы они копали что-то разное, но... Пока, в принципе, они... Ну, если бы здесь больше людей было, то есть кто-нибудь бы еще здесь... жил и раскапывал эти планеты, то, возможно, пришлось бы крутиться. Пока крутиться нет смысла. Вот она показывает 49, эта планета максимум перерабатывает 48. То есть мне просто больше не надо даже ничего двигать. Следующая планета перерабатывает 54. Там можно немножко добавить. Вот она. Ну, здесь тоже есть беленькая, очень хорошо. Чпоньк, чпоньк, вот сюда мы сейчас дело поставим. Здесь 50, вот здесь можно, в принципе, догнать до... Ой, ну пускай вот так будет, 53. А вот 54, в принципе, максимальная мощность. Переключаем. Видите, здесь уже хорошо забиваются мои ланчпады. Вот потом я... Потом просто берете, вот сейчас я вам покажу. Я не буду это делать. Просто берете, срочная перевозка. Раз, этот склад, он просто страховочный. То есть в него идет... Через него идет вот это наполнение, чтобы оно... Как бы могло собраться чуть-чуть больше, а потом, как если я там на часик-два опоздаю, оно могло использоваться. А не напрямую шло в добывалки. И он как бы, ну, можно его использовать, чтобы продлить хранение там на несколько дней. Так, вот мы с этим персонажем закончили. Теперь переходим на моего летающего. Видите, мы сегодня раза в два дольше делаем, чем я обычно делаю, но зато с комментариями. Вот мой персонаж, который у меня в открытом космосе живет. Это самый главный из них в этой схеме. Потому что, если вдруг с ней что-то случится, и я потеряю эту ВХ, ну, то есть, вся вот эта вот моя лабуда, она идет коту под хвост. То есть, придется искать новую ВХ, придется в ней заново
заселяться и все дела. То есть ничего хорошего это мне не сулит. Поэтому вот этим персонажам надо быть максимально аккуратным. Ну, просто его здесь грохнут ради лузов, то есть он висит в ВХ и все. Остальные у меня на станции в Импе, им все равно. Так, вот здесь вот очень много интересных моментов. Я думаю, что ее надо, раз у нас сегодня еще и расширенное дело, не лениться и перевести ее куда-нибудь вот сюда. Например. Так, у нас здесь сюда больше ничего не заходит. А у нас больше сюда ничего не заходит. Прокидываем связь. Вот, видите, с ракет прямо можно чуть-чуть вот сюда на беленькое. Меньше стало, но пробовать вот это захватить. И чем больше вот это разделение, тем дольше будет клякса жить. Так, нажимаем. Ну, 39, хорошо попали. Переключаемся на следующую. Так, это у нас очень хорошая клякса. Может, в нее и... Давайте я в нее и встану. Я здесь на другом персонаже решил. Здесь тоже неплохое место. Давайте посмотрим, она даст 37. Она не даст 37. Она дает 34. А вот здесь хорошо будет. Сейчас мы чуть растянем их. Сколько нам даст? 41. Даже больше, чем показывают. Такое тоже бывает. Хорошее местечко. Хотя очень слабая планета по общей насыщенности. Здесь у нас вообще кошмар. При том, что везде целая куча этих белых пятен. У нас оно стоит в какой-то фигне. Так, давайте переставим ее вот сюда. Мне кажется, вот эти... Да, она закроет эти две штуки. Мы их сейчас и раскопаем. Цепливаем. Цепливаем, устанавливаем. Чем до двух дней. Раскидываем по белым пятнам. Возможно, она здесь даже может будет долго копать. Да, очень хорошо. 43 аж. 42. Вот здесь, кажется, максимальная переработка. Очень хорошая максимальная переработка. А 48 здесь тысяч, кажется, максимальная переработка. В принципе, нормально. Так, отлично.
чем нас эта планета порадует. 37 500. Давайте глянем также. И будет 35. Я, честно говоря, здесь никаких хороших пятен не вижу. Давайте просто попробуем подвигать меточки. Наложение из-за масштабирования. Некрасивое с этими цифрами, ничего не видно. Я зарепортил это дело. Ну, 36, пускай 36 будет. Я это дело зарепортил, но я не знаю, когда разработчики, когда и вообще обратят ли внимание на это. Так, здесь у нас 45, но это опять планета, на которой 48 максимальная переработка. Вряд ли можем разогнать на 48. Конечно, сдвинем. Давайте глянем. Давайте попробуем вот на вот эту сдвинуть, что у меня там. Да, это вообще с другой стороны. Здесь можно двигать как хочу. Я, наверное, передвину. Да. Передвигаем. Опс, опс. А выставляем. Как-то вот так вот. Получается не очень-то уж и много. 47. Ну, пускай будет 47. Бывает такое, ну. Что поделать? Последняя планетка. Здесь у меня довольно в неплохом месте они стоят. Возможно, я с него и смогу получить нужное мне. А пускай 48 будет. Вот. Как-то так мы закончили. 33 минуты получилось. Но я говорю, это делается гораздо быстрее. Просто я здесь, во-первых, для наглядности много чего делал. Плюс много чего разъяснял. Вот, после этого проверяем, естественно, подскан, чтобы нас никто не сканил. Я нахожусь в сейв-споте. То есть, как вы видите, я здесь посередине в точке. То есть, подальше от всего происходящего, и обычно меня здесь никто не видит. Вот, когда я этим занимаюсь. Плюс у меня размеченная система, чтобы я мог куда-нибудь прятаться, куда-нибудь отбегать в случае непредвиденных ситуаций. Что мы делаем, собственно, для того, чтобы выйти. Чтобы нас случайно не убили, потому что, как я уже говорю, терять этого персонажа нельзя. Ну, то есть, это ключевой персонаж всей этой чутуёвины. Если ее вдруг здесь в этой ВХ убьют, и у меня не будет деста, чтобы в нее вернуться. То есть, если на вывозе ее убьют, у меня будут координаты. Я вернусь чуть попозже. То есть, я запрыгну сюда и буду сканить, то есть, когда уйдут гангеры. Если ее потерять вот так, то это все, это конец будет, потому что я, естественно, эту дуру больше никогда не найду. И придется все это дело заново перенастраивать. А вот, собственно, такое у нас сегодня было прямое включение. Я вот вам показал, как проходят будни планетарщика, у которого, собственно, на плексы копает планетарка, потому что планетарка приносит около 3 миллиардов вот это вот в месяц. Там плюс-минус, то есть, ну, цены скачут туда-сюда. Сейчас мне уже даже несколько человек предложили сбывать ресурсы прямо им контрактами. То есть,
у меня появляются покупатели на это все дело. Это будет, наверное, вообще хорошо, то есть мне не придется это делать через рынок. Продавать это все равно большая комиссия, комиссия брокера. Иногда мне приходится цены туда-сюда переставлять. Иногда цены приходится ставить очень прямо низкие, чтобы побыстрее забрали, потому что я не хочу всем этим торговать, я хочу побыстрее в плексы переводить. И люди, конечно, которые любят поторговать, я люблю поторговать в Альбионе. Здесь не очень. Вот. На этом у нас сегодня все. Большое спасибо тем, кто посмотрел это. Надеюсь, вам это может помочь как-то с вашей планетаркой. Вот, и до встречи на следующем включении.